когда посольство вот сейчас возобновит работу, первый месяц, а то и два, будет очень хорошая выдача виз. А потом нас догонит кризис. Такое уже периодически бывало. В стране проблемы с деньгами, с зарплатами, там, с работами. Ну и, соответственно, ухудшается выдача виз. Как только откроется, лучше получить визы. Они год действительные. Надо, не надо ехать, но они у вас будут. Если потом даже не съездите, то у вас равно останется право на упрощенную процедуру. А как там дальше посольство? Загадывать сейчас далеко очень сложно. Видите, как быстро все меняется и не в лучшую сторону. Коронавирус запустит мировой кризис. Это уже почти 100%. Все страны столкнутся с серьезными экономическими проблемами, Беларусь в том числе. В связи с этим, когда это все произойдет, это уже вторая половина этого года, и уж точно следующий год, что, ну, Америка тут взяла станок, напечатала денег, и все.